значком почетного железнодорожника награждается Ручьева Ольга Николаевна. Поздравляю вас, Ольга Николаевна. Желаю успеха. Спасибо. Обручальное. Да. Я недавно видел такое же. А что? Где вы видели? В поезде. С верхней полки свешивалась рука. И представьте, тоже железнодорожника. Жив. 23-й отправила в 10:03. 03. Ну и что? Ну и что, что 16 лет? 16 лет не 16 дней, Галка. Понимаешь, если жив он тогда остался, так уж женат, наверное, давно, и дети большие. Да я не об этом сейчас и говорю. Мне главное увидеть его, понимаешь? Ну, убедиться, что жив он, что не застрелили его тогда. Дай ему Бог счастья. Найдем. А без этого я теперь жить не могу. Найдем, найдем, вот увидишь. Да как найдем? По одному имени. Ну почему по одному имени? По имени. По кольцу найдем. Ведь таких больше нет? Нет. У меня левое крыло, у него правое. Слушай, Лёль, а что если всем машинистам вместе с жезлами давать ромашки? Ну раз у вас с них все началось, понимаешь? Оль, я попробую, а? Попробуй. Оль. Ой, наш. Пойдем. Доброе утро, Федор Иванович. Доброе утро. Как барометр? К дождю. Я у вас не успела убрать, сегодня приберу. Сосед. Здорово, казаки. Долго спишь, атаман? А мне в ночную. Сегодня пирожки. И опять конфеты. Курить надо бросать? Балуешь ты меня, соседка. Так ведь это я себя. Не сплю всю ночь. Кашляете. Извини. Спасибо. Брошу. Есть президент Франции. За шведского короля отдашь? Нужен император Эфиопии. Ну не могу, я за него чисто Вашингтона отдал. Как хочешь. О, хитрый. Закурим, машинист. Опять не побелил. Погибнет груш. Хочет жить, не погибнет. Кожа-то содрана. Кожа. Кожа, что плесень нарастет. А ты все с милосердием. Знаешь что, Федор, шел бы ты в больницу. Там все чистенькое, все добренькие. А я накипь чищу. Шкуру сдирать привык. Степан
постели. Ой, Яшка, ты и травишь. С праздничком, дядь Федь! Праздничек, когда на паровозе чисто. Не пачкай, все, Яков Семенович. С таким углем карман будет чистым. Я к такому углю не привык. Ты на сырой березе не ездил? И смачивай нормально. Не горит. А ты смачивай потом, со лба загорится. Ну-ка, проверь свои куранты. Без пяти. Опаздываешь? Без двух. Выступление участников художественной самодеятельности. Песню машиниста исполняет Яков Жухрайн. А ну включи. А чего слушать-то было год назад? Талант не стареет. День и ночь летят составы и гудят провода. А колеса на стыках стучат, не устали. А куда? И куда? Машинист, твои маршруты только вперед. Машинист, твои минуты расстояния в год. И к тебе, как друзья, семафоры тянут руки при взмахе кольца. Все короче, короче, короче разлуки, все ближе сердца. Машинист, твои маршруты только вперед. Машинист, твои минуты расстояния в год. Океанский бы лайнер на Россию или к атомному котлу на ледокол. Вот я бы пошуровал. Шуруют и там, и здесь одинаково. Любимая не подкатит слеза, а колеса все мимо, все мимо, все мимо, и не тронут тормоза. Машинист, твои маршруты только вперед. Машинист, твои минуты расстояния в год. Яш, а Яш, а ты Каруза, а? Тогда пожируй за меня, а то у этого Каруза мокрое пузо. День и ночь летят составы и гудят провода. А колеса на стыках стучат, не устали, а куда, и куда? Машинист, твои маршруты только вперед. Машинист, твои минуты расстояния в год. И качнется рука на разъезде у любимой и подкатит слеза. А колеса все мимо, все мимо, все мимо, и не тронь тормоза. От благодарной публики! Опа! Ты на гаситель вкачал? Вкачал. Поддувало открыто? Открыто поддувало. Огонь в оспе! Где? Встань на мое место. Котел плохо промыт. Котел тебе доверен, а у тебя собственный не варит. А ну-ка я. Давление падает, в чем дело? Смачиваю лбом, как видишь. Не тянет. Никогда в жизни не опаздывал. Ты понимаешь, что я с вами сделаю? Я считал череду положительно. Или жест. Пирожки. Ты запомни, тенор. Это пока что твоя Россия.
Я запомню, дядя Федя. А вот вашему череде придется объяснить. 4 атмосферы! И нам также промыл. Как по инструкции положено. 4 огород поливать. Чего, чего? А вот что. 4 нежинские огурцы поливать, а не накид в котлет сбивать. Надо по совести, а не по инструкции. А сколько надо? Вдвое, понял? Покажи. Вдвое, значит, да. Матвеич, отпусти вдвое, профессор пришел учить. С высоким давлением долго не проживешь. Герои пока рубаху с плеч дерут, а шкуру драть начнут. Нема героев, больно. Ты что делаешь? Учусь работать с высоким давлением. Ну чего, чего ты за меня держишься? От того, что ты ни за кого не держишься, как крот живешь. Да не лезьте вы мне в душу. Один учит жить. Другое работать. Ты что с парнем делаешь? У тебя сердце есть? Нету. Овчарки съели. Какие? Немецкие. Без него легче. Оно заметно. Он весь рейс лопатой твою халтуру прикрывал. Да ты знаешь, что ты чуть людей не погубил. 720 душ. Не хотел я губить машиниста. Не 700. Не 20. Значит, есть сердце? Жить с ним труднее. Да плюнь, дядя Федь. Совести у него нет. А вдруг есть, Яша? Что-то ты не по рельсам загнул, дядя Федь. Иван! Катюша, я возьму масло. Да бери, конечно. Опять опаздываю. Иди, мой руки, уже готово. Послушай, Катюша, закрывай ты свой пансион. Переходи в нашу, а мы на твой чердак. Стенку пробьете, вот вам и квартира. А? Иди скорей. Ты подумай, мысли. Воды поставить? Спасибо. Спать хочу.
Федь, ну как же, а? Да не нужна мне твоя Бразилия. Ты мне Алжир давай. У меня нету. Ну тогда Фиделя Кастро. Ты не президент. Какого президента? Скажите, пожалуйста, какой у вас президент? Да победы, с письма. Ну да, у меня Линкольн. А. Ну, так это же молодой, да президентство. Простите, это что за Франция? Эти не меняю. У меня есть Линкольн с перепутанным годом рождения. Ну как же президент? Ну-ка, ну-ка. Братцы, пропал президент. Катя. Что случилось, Федор Иванович? Катя, Марку мою не видела? Видела. Ну? Что дадите? Где? Ну, давай. Сейчас. Да, вот вам тут открытка. А вот... Дорогая Олюшка, и Вера с Одесской, и Маша со Львовской перекидали машинистам сотни ромашек. Но они только улыбаются и подмигивают. Ольга Николаевна, здравствуйте! Здравствуй, здравствуй, Михаил Иванович! Это у вас не итоги соревнования? Там мне не причитается? А я тебе не дам, хоть бы и причиталась. Ну почему же? Ну почему? Потому что сам грязный, стрелка грязная. Ну где она грязная? А ну переведи в тупик. Пожалуйста. Ну, видел теперь премию. Ну так... Вон, почитай. Где котел продувается? Потом тоже будете премией интересоваться. Ну тут же никого нет, Ольга Николаевна. Смотрим, подадуй. Никого нет. Эх вы. Лучше спой, Яшенька. Голос берегу, Тонечка. Между прочим, Каруза потерял свой голос, когда пилил сырую березу. Дрова. А если Каруза вместо дров получит уголь? Согласен. Мне тоже угля, пожалуйста. А почему тоже? Угля нет. Заменяем дровами. Давайте дрова. А ежели пилить-то некому? Бабуся, нет угля. Весь вышел. Весь. Что ж мне делать-то с этими корягами? Возьмите уголь, а мне дайте дрова. Спасибо. У меня есть кому пилить. Но у вас же сырая береза. Ничего, мы и железо пилим. Я вас прошу от чистого сердца. Беда мне с этими дровами. Бабушка, возьмите уголь, а ему дайте дрова. Я не возражаю, только не смотрите на меня так. А как на вас надо смотреть? Ой, какие бесстыжие. Глаза и впрямь хороши. Бабусь, правда не бесстыжие? И она, видать, сверху железная, а внутри поди золотая. Thank you.
почему вы здесь? Потому что у пилы две ручки. Что же мы теперь будем делать? Давайте пилить вместе. Доброе утро, дядя Федя. Чего запаздываешь? Проверим. На 3 минуты опять. Как топка? Везувий! Разницы нет! Сделай погромче! Мою песню передаю. Машинист, твои минуты расстояния в год. И тебе, как друзья, семафоры тянут руки при взмахе кольца. Эта песня на паровоз привела. Все короче, короче, короче разлуки, все ближе сердца. Машинист, твои маршруты только вперед. Машинист, твои минуты расстояния в год. Березовый колол. Жаль, что их не строгают и не полируют. Тебя самого будто отполировали. И качнется рука на разъезде у любимой, подкатит слеза. А колеса все мимо, все мимо, все мимо, и не тронь тормоза. Олюшка, по всем дорогам ходит какая-то другая ромашка, вроде значка дружбы. Машинистов с ромашкой пропускают по зеленой улице. Не та ли это, которую мы с тобой выпустили? Тогда что же делать? Здравствуйте, товарищ начальник. Здравствуй. Ну, как стрелка? Да вот премию оправдываю. Станция-то при вас картинкой стала. Что это у тебя? Где? Это? Да. Ромашка. Почему она такая бумажная? А вы разве не знаете, Ольга Николаевна? Это значит, дружу с маневровыми, не задерживаю на стрелках. А, молодцы. Со Львовской привезли, это обычай. Значит, уезжаете? Угу. В Москву на совещание. На скором? Да. Задержать. Да ты что, ни в коем случае, он здесь тихо идет, я сама. Да по мне бы, да я бы вам самую лучшую станцию дал, где и курьерские останавливаются. Ты, Николай Иванович. Позвоню. Угу. Так. Сколько оно стоило-то? Да нет ему цены. Ну. Говорят вам. Ну как же так? Раз вещь украдена, значит, она что-то стоит. А кого вы подозреваете? Машиниста. Зовут Федором. А ну, дайте-ка на время. То кольцо, да, оно не снимается. Ну, тогда расскажите подробнее. Протокол. Чтобы помочь Горе, нужен протокол. Ну, а как же, протокол. Хорошо. Я расскажу. Слушайте. Но только меня одну. August 1941 меня, Ручьёву, Ольгу Николаевну, немцы угнали на Запад и заставили работать. На узкоколейку поставили меня стрелочницей возле каменного карьера. Наши пленные тесали там кресты для немецких могил. Их возили в теплушках с собаками. А он был машинистом. Были они ужасно голодные, без имен,
с одними номерами. Смотрел на хлеб, а не на цветы. А я бросила ему и ромашки. Как зовут? Воля! Посмотрел он на меня. И первый раз мне там на чужбине тепло стало. Фройн Стрелька. Бомба Никс. Гранат Никс. Брод, брод. Битте. А? Битте. Люблю, не понимает война. Кумекаешь. А? У меня появилась цель. Хотелось жизнь отдать, только бы помочь ему, помочь всем нашим. Опять фройлен Стрелька. Цветы бросать человек можно. Гранат, Никс, не можно. Кумек? Кумек, кумек. Последний раз я видел его в день побега. Они решили бежать, а он просил меня передать им нож, чтобы вырезать в полу вагона доски. На, возьми. Давай. Федя. Феденька, берегись, а? Берегись, Феденька. Будем живы. Мазут не забудь. Передала я ему нож, а вышло все не так, как было задумано. Много лет с тех пор прошло. Всякое в жизни было. Счастье мое навсегда с ним осталось. Федя! 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 Вахин! Вахин! Возьми! Все! Федя! 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 Ну вот и все. Ничего, найдем. Нажмем все кнопки, найдем ваше кольцо. А ваше заявление, все, что я здесь написал, ни к чему. Ой, что все эти кнопки узнают про... Спасибо. Thank you.
Извините. Вот тут. Я на эти станции не писала. Простите меня, Федор Иванович, но я это делаю быстрее, на машинке. Вы? А как же вы? А я же работаю в отделе доставки. Заметила тогда открытку. Вот и... Значит, вы все знаете. Догадываюсь. Я ведь для других счастливая, Федор Иванович. Если вы не против, я и дальше буду писать. 16 лет ищу ее. А сам будто в долг живу. Будто в ответе за ее счастье. Но я должен найти ее во что бы то ни стало. Понимаете? Сядьте, Федор Иванович. Спасибо. Я, пожалуй, пойду. А вы все курите. Хорошо. Опять Чилика провернули. Не везет этому чумазу. Видал. Ну что вы, дядя, это орган нашей кавалерии. Работать без души, работать на аварию. А вы какими трубочками прослушиваете? Есть у человека душа или нет? Закурим, машинист. Вы еще за это ответите. Закурим. Оботри сначала, черт. Ладно, отвечу. А в чем дело? А в том, что после грома молнии не бывает. Слушай, иди третьим, а? С удовольствием. Я про паровоз, дура. А, я пассажир. Погоди, пассажир. Ты про каких собак говорил? Запомнил. Вот буду веселым на твоей свадьбе. Поговорим. А что говорят? Отец перешел в токаря работать? Да. А это как, по любви или после молнии? Не знаю. Не знаю. А в такой бригаде что-нибудь скрывают от подруг? А я ничего не скрываю. Ну ты же брак отца исправляешь? Кому браслет, Яша? Что, невесте? Полюбуйтесь. Тихоход вручил. Зазор 12 миллиметров. Не зазор, а позор. Зачем столько звона?
Я не про тебя, Сань. Что, Яша, браком сочетание, да? Обменялись колечками. Замолчите! Нам вышивать надо, а вы в футбол играете. Валились, валились, мы паровозники. Ты ж мяча боишься. И кто забил? Шоколадники для царя. Шумит, череда. Мы в основном после ночной, а не после выходного. Слышь, а зачем просил Колю, чтобы в ворота поставил, а? Слушай, не лезьте вы это в футбол, тоже мне специалист. А посмотрите, он комитет лидерского производства. Не будь я комсомольцем, я бы тебя аттестовал. Узнала бы гусиные лапки. А ведь есть другой способ. Давай. Давай. Только я левша. Ну? Что? Труся. Ну? Ну да. Когда положу, зазнайся, что ты крем-брюле. Только, мадемуазель, не пищать. Конечно. Ну, давай, Саша. Саша. Сашка. Это чья ж такая? Санька, череда. Жми, жми, дока. Как ходла, дочка. Давай, дави, Ева, дави, дочка, дави. Вот это да. Вот куда смотри. В своей команде разобралась бы сначала. Два месяца живете в нашем поселке, два месяца свой папаша бьет по своим воротам. Он бьет, зато она не пропускает. Послушай, Сань, пойдем к нам в общежитие. Точно, а то возишься с ним как с маленьким. А он живет и не чувствует никакой ответственности. Да, конечно, пошли. Вот так-то, молодой человек. Приветик. Слыхал? Чего ж ты ничего не ответил? Все правильно, по своим бью. Не бы их биографию, я бы так думал. У тебя своя биография, у них своя. Ну да, двойки по истории, конфетки, десятилетки. Младенцы еще. Ну и ты, брось, Иван. Мы своим горды, они своим. На Луну-то они и полетят. На Луну, да. Если бы у меня был сын, и он в получку принес больше меня, я бы его уважал. И я ее уважаю. А по ночам ворочался. Не иждивенец ли я? Пойдем лучше выпьем. На дне стакана судьбу ищешь. Уважаю тебя, машинист. За что? А черт тебя знает. Помогаешь. Дядя Ваня, станови завтра за мой станок. Он новый, а я за твой стану. Я на нем работал и хорошо его знаю. Молодец, хлопец. Вот это по-рабочему. Спасибо. Неужели ты ему не поверил? Так я же от чистого сердца. А что, надо было руку пожать? Вот и пожал бы. Он хоть и малец, а руку тебе протянул. О твоей рабочей биографии подумал. Ты чего, Саня? Влады. Мои. Не надо, Саня. Перекалил, другие сделаю. Нет. Я ведь могу, ты же знаешь. Не надо, дочь, не надо. Папка, милый, я больше не могу. Саня, Саня!
меня! Отдай чемодан. Ты куда, Саня? В общежитие. Пойдем к нам. Ты знаешь, как мама будет рада? Кто вас просил приходить? Я боялся, что ты наделаешь глупость. А вы сейчас намного умнее меня? Зовете к себе? Или нахальнее? Я же тебя люблю, Саня. Отдайте чемодан. Будем живы. Еще живы. Еще живы. А, машинист. А ты где эту песню слыхал? Какую? Проходи. Поздравляю. Садись. Садись, садись. А Санька? В общежитии. Что ж не по-праздничному одет? Пей. А ты? Не пью. Ты-то? Сегодня не пью. Что ж так? Знаешь, Гитлер, говорят, в этот день родился. А ты-то здесь при чем? Ни при чем, машинист. Так где же ты эту песню слыхал? Не помню. А я помню. Будем живы. Будем! Еще! Живы! Будем еще живы. Я никогда не забуду этот припев. Еще живы. Еще будем еще. С букетом ромашек стрелка передала мне нож. И на следующий день я отдал его французу-филателисту. Бедный Этьен. С теми, кто уходил с ним в побег, он поделил свое сокровище. Дорогую коллекцию марок. По ним он читал нам лекции из истории. Держи. Твоя доля, Федор. Кому даешь? Тем, кто уходит. А мне зачем? Ты мой лучший студент. Выживешь, продолжишь. Не сдохну, пришлю в Париж. Каждая марка стоила денег, и беглецы в любом месте могли обменять их на хлеб и одежду. Сегодня в ночную. Где? В туннеле. Если дело выйдет, тебя... Расстреляют.
Сколько? 15. Чехи, французы, поляки, наши. Возьмите на счастье. Складовский ювелир. Жена погибла в типографии. Наши обручальные. Моей работы. 15 за одного. Пойдет. Значит, буксую в тоннеле. Кольцо было из двух половинок. На нем был рассеченный орел. Одно крыло я решил отдать стрелке, другое оставить себе. Ночью, как мы уговорились, Ольга облила рельсы мазутом, чтобы я, войдя в тоннель, забуксовал в нем. Но пока я буксовал, кто-то бежал в одиночку. Раньше, чем успели бежать марочники. Кто-то сбежал. Все. Теперь будет осмотр вагонов и все. При осмотре эшелона немцы обнаружили подрезанный пол. Они понимали, что этот побег не мог обойтись без русского машиниста. Весь вагон пошел на расстрел. Меня повели вместе с ними. Федя! Федя! Алим! Федя! Возьми! Все. Федя! Возьми. Федя! Чтобы не копать ямы, нас расстреливали у канавы заброшенного трубопровода. Его все равно надо было засыпать. Эрдмах! Очнувшись, я понял, что только ранен. Теперь надо было уходить от верной смерти, от бульдозера, который засыпал и трубы расстрелянных. Вот где я струсил. Вот когда по-настоящему мне стало страшно. Я живой. Оля. Я... Спасибо тебе. Еще немного. Меня не схоронят. Нет. Нет. Еще немного. Еще вперед. Будем живы. Ты случайно такую не встречал? Где? Ну? Давно было. Каменный карьер. Проволока и собаки. С утра до ночи собаки, собаки. Мне было так тяжело, что я хотел пойти под пулю, на проволоку под ток, на виду у всех, у эсэсов, лишь бы всему конец.
дотла и от хора живы. Будем живы. Подыхаем, а поем живы. В общем, решил бежать. Я понимал, что в лагере была организация. Но я не верил в массовый побег. Решил бежать в одиночку. Долго искал оружие и нашел гвоздь в распятии. Теперь у меня был гвоздь, я верил только в него. Клянусь, машинист, дочкой, Санькой клянусь, не знал я, что в ту же ночь бегут и те 15. Но что получилось, ты знаешь. Стрелку я увидел в туннеле. Немцы сделали из ее молотка факел. И всю дорогу до комендатуры она освещала наш путь. Больше ее не встречал. Молодец, спасибо. Ты? Нет. Нет. За нами в вагон. Я же не знал. Нет. Нет. Когда француз Марошник ударил меня, я понял, что те 15 считают меня предателем, провокатором. Своим побегом я провалил и послал на расстрел всех, кто бежал в эту ночь. Я пытался стать с ними рядом, но гестаповцу, видно, этого было мало. Кто позволил? Пленный француз избил. Охрана помешала вам покончить с собой. Почему вы хотели это сделать? Чтобы сдохнуть. Сдохнуть. Зачем? Мы ценим полезных людей. Вы будете получать паёк немецкого офицера и участвовать в побегах. А вы ловить. Кончай, сволочь. Что же вы хотите? Пулю. Пулю. Дашь. Дашь в обмен на это.
Сегодня день рождения фюрера. Я хочу, чтобы ты на всю жизнь запомнил этот день. И свой плевок. Дайте дорогу русскому герою. Ты свободен. Марш! Он отпустил меня, как провокатор. За ваш расстрел он подарил мне жизнь. Он хотел, чтобы так думали все и в лагере, и дома. Правильно рассчитал. Ты бежал, а я возвращался. Возвращался с документами, с пропусками СС. Ну, вот твои документы. Прошу. Кончай, гады! Прошу. Айда! Айда! Ваши позиции там. Поверит такому. Ползет, братец. Кто идет? Злой. Вот так и ползу. С твоим рождением, Иван. Какая красота! А, дядь Пей? Я тоже так думаю. Ну как? С непривычки голова закружилась. Что, пассажир? Вести труднее, чем подсаживаться, а? Яшка, твое дело.
давай в окно прикрою! Вот смерть к звону! Нет, Федя! Нога! Иди, как звону! Поезд 41 прошел все запрещающие сигналы. Кем занят путь? Кем занят путь? Из будки бьет пар. Паровоз, видимо, не управляем. Жезл курьерского. Встречу идет 41-й. На проводе авария. Да-да, авария. На перегоне Ноченко-Бережки предотвращено столкновение двух поездов и гибель 720 пассажиров. На паровозе, который вели машинист Федор Полий, его помощник Яков Жухрай и кочегар Иван Череда, из котла выбило штуцер. Струя перегретого пара, отбросив машиниста от рычагов управления, сделала паровоз неуправляемым. Кочегар Череда своим телом закрыл пар и этим дал возможность машинисту Полию выбраться в окно и добраться к концевому крану, находящемуся впереди паровоза. Только этим краном можно было остановить поезд, мчавшийся по однопутке навстречу товарному. Ты что, Иван? Иван, ты что? Ты что, помирать собрался? Да, Иван, ты же людей спас. Ты же заслонил их. Нашел в себе силы, а сейчас... Иван, да разве нас жизнь учила складывать руки? Ну, вспомни. Будем живы. Иван. Еще живы. Иван. Живы. Живы. Только этим краном можно было остановить поезд, мчавшийся навстречу товарному. В эти секунды они думали только о жизни людей, находившихся за их спиной. Кто же остановил поезд? Мы можем ответить только так. Самоотверженность и воля всех троих. Загвоздка. Thank you.
Катя! Здрасте, Федор Иванович. Катя! Как вы себя чувствуете? Сейчас хорошо. Бежала по лестнице? Да. А Ивана уже лучше? К нему Саня вернулась. А к вам? Ко мне ты. Спасибо, Катюша, а то помираю я здесь от тоски. Кать, я... Что вы, Федор Иванович? Разве позабыли, как складывали? Спасибо вам. Мне? За то, что вы есть, что вы такой, что ждали столько лет и меня этому научили. Да, выздоравливайте. Нам дядя Федя можно пройти? Можно. А вам зачем? Ну, надо ему передать. Что передать? Императора Эфиопии. Что? Ах, Марку? Можно. Ну чем? Чем ты перед ним провинилась? До свидания. Он же тебе улыбнулся, когда ты к нему пришла? Больница, ну, да? Сань. Я даже не знаю. Ведь он весь забинтованный, Яш. Ты не дочь ли ему, которому всех больше-то пришлось? Да, бабушка. Расцелую его за моих внучков. Спасибо, бабушка. Да. Самочувствие хорошее. Выздоравливай. До свидания. Нянечка миленькая, ну пустите, ну прошу вас. Спасибо. Простите. Это я.